by Vincere Rishai. Дорогу, понимаешь, машины, машины прыгают. А вот вообще тут тебе помню. Знаешь вообще, да, они наши. С аэродромной оттуда. Бля, да. Вот здесь, он в этих кормушах где живет. А что с ним случилось? Машины прыгают, кидают. Да не надо, я тебе помню. Вот дурку не хочется. Да, верно. Дурку. Дурка за ним уже едет. Велосезон, насколько я понимаю, открыт. Вот чувак весь с обрызганным гузлом посадил даму. Теперь пускай у нее гузло обрызгано будет. Все правильно. Надо уступать женщинам. Что происходит? Ну это правильно всем народу. А? И на заводах так мы делаем. Правильно. Ну, кто такой? Да. И семьи без образования. Это вообще обзор. Во, какое время. Боги. Какое? Жилет такие. Ну что, в метро безобразие? Начал. Вот русский-то у него. Я на раз познакомился сегодня. Кто? Вот. Оренбург, да. А вот, во, а география без карты. Я ей стою, ну, ты разве? Я думал, вы про взрывы в метро, а вы про Оренбург. Вот тебе будет петрозаводский. Петрозаводский? Молоко будет. Как? Гранит. Во-во. А теперь оно пронит. Да такое. Это раньше было. Трудовой в 39-м году. Понятно? Там же сказано. И это трудовое, то есть там хранит. Ну, там где ты работаешь? Я не понял. Ну и ладно. Я тоже поеду. Произошло в Питере, а шмонают в Самаре. Да вот. В метро, да пиздец там вообще, сегодня тоже ездил, прям останавливают, смотрят. Бля, вот ты меня все время снимаешь, я как уебище получаюсь, когда вот так. Я на себя смотрю, мне аж страшно, какой я урод. Бля, ты даже не ешь, когда тебя снимают. Да в смысле не ешь? Я, блядь, нормальный чувак, я смотрю в зеркало, нормальный чувак. А просто во влоге я, блядь, у меня нос вот такой вот. А потому что? А потому что микрофон. Ты хочешь ритм, блядь, создать, да? Вот хочешь, что? Потому что микрофон. Потому что ты хочешь из меня, блядь, фрика создать, я как понял, да? Да, я тебя в глубине души урода, блядь, не люблю, ебать. Ну просто уроды сделал. Ебать, вот купи тогда баян с саксом. Клоуны, блядь, подъехали, топоры, тиски. Вот кто ты. Тварь. Паскуда, тварь. Ладно, я буду снимать, чтобы ты... Вон бабку аж, блядь, ушла. Уже нахуй забыл, куда ехал, блядь, от моего негатива. Буду снимать, чтобы ты был красивый. Ебать, ну сделай, блядь, меня красивым, значит, снимай там, я хуй знает. Не жирным, блядь, не с носом вот таким. Меня шмонали в метро. Опять какие-то времена неспокойные. Только вот-вот проговорили про Димона и про митинги, как бабахнуло. Не будем, конечно, делать какие-то выводы, дабы избежать того, что наш канал нахуй закроют. К сожалению, случилось. В славном городе Санкт-Петербург, в котором я буду завтра, по иронии судьбы. Вот такие дела, господа. Земля пухом, погибшим. Очень это все грустно. Жалко, что во всех этих играх, не знаю, кто это все устроил, ну, страдают неповинные люди. Это все очень печально. Это все очень расстраивает. Ебать, а Николай-то, блядь, летчик. Вроде Харингтон-то, блядь, скинхедовский. Однако солнцезащитные очки имеются тоже. Телохранители взяли, а то хули хейтеров прибавилось. Так что сейчас мы ему бейджик где-нибудь распечатаем. Оукспаха, все дела. И погнали.
в НТЛ-арене. Я там был полчаса, у меня друган там выступал, говорит, приди посекундируй. Я пришел, 8 утра. Тебя, походу, там спалили на этом турнире, вот спросили. Ой, не, я понял. Это, короче, было ПФО по рукопашному бою среди войск Национальной гвардии. Нация? Вот. Я, короче, захожу сходу, ну, куртку сдать в гардеробе. Да. А там парад, ну, построение, там, все в форме. В стилях? Да. С этими, наверное? Перчатки. Как? Но на самом деле, из всех турниров, на которых я присутствовал, ну, таких, официальных, это самый крутой был, ну, в плане организации. Ебать, вот народу было, наверное, больше, чем на баскетбол приходит. Вот вообще место пустого. А хуй, нагнали всех, наверное. Вот, ну, коперы все собрались. Места вообще пустого не было. Открытие было минут 7, наверное. Танцы, ну, вот эти показательные бои. Зима, вот малые крутые вышли в банданах, в этих перчатках кварцевых, ну, с вставками этими. Смотри, смотри, говно пильно. Фу, блядь. Блядь, мы в детстве, да, оно уже мы в детстве питались. Оно уже в мумию превратилось. А сними его тоже, как уебище, как ты меня всегда снимаешь. О, все правильно. Ну, короче, все цивильно. Армия, что, люди все воспитанные. Бабы. Так армия или копы? Нет, там и армия, короче, была, то есть среди военнослужащих, и нацгвардия. А что такое нацгвардия вообще? Ну, это теперь личные войска Путина. Ебать, это как в этом, что ли, в BBC? Да. Как фанаты? Ну, грубо говоря, смотри, вот ОМОН, это теперь не МВД, это нацгвардия. Нихуя себе. Вот это у него там состав, ебать. У него состав серьезный. Знаешь, там, конечно, ничего толком не изменилось. Форма, но полномочий у них больше теперь. Они могут, насколько я слышал, теперь стрелять без предупреждения всякого. Ебать, в ОМОН? ОМОН? Ну, блядь, ебать, ну, вот, это, то есть на футбике можно пулю в лоб схлопотать? Ну, бля, я слышал. Ну, врагом. Мало того, что они там самбо ебать, да, не ебовое. Ну, сам, ну, спортики, а что? Самбо ебать. Вот, я говорю, ну, вот у меня вот этот кореш, он как раз в ОМОНе работает, в котором я ходил. Ну, они там целыми днями... Нам не страшно, нам он, мы не боимся. Либо вызов, либо тренировка. Если нас меньше не покажется, мало. Чё, а ты не очкуешь в Питер ехать вообще? А если тебя ебанут там в метро? Бля, я считаю, что два раза в одном месте не ебашь. Что-то поссорился, короче, с подружкой. Такое ебаное настроение. Думаю, блядь, надо, короче, какие-нибудь эти рискованные действия совершить в этот день. Захожу в интернет, а там митинг Навальный. Там, типа, можно собираться все на пушке. Я пошел, там встретил много знакомых. Ну, немного, но знакомых встретил, короче. Ну вот, ну знаешь, вот, блядь, на самом деле митинг — это охуенная тема. У меня прям, знаешь, вот вся негативная энергия выплеснулась. Я почувствовал себя абсолютно другим человеком. Ты я просто пришел. Понимаешь, что это же все искусственно создано, как раз для этого. Да мне вообще похуй на политику, я не политикан. Ну, типа, мне до пизды там, блядь, что Жириновский президентом будет, что, блядь, Янукович. Мне главное, вообще до пизды. Главное, чтобы на духе не следить, давай. Да, конечно. Главное, чтобы не Лукашенко. Друг, типа, работает в ООН, поехал в Африку. Ну, по работе. Там работает. И, короче... Сосать кого-то? Сосать. Да я не знаю, да, блядь, какую-то хуйню там делать, я их не помню. И, типа, короче, прикинь. У них там есть какая-то штука, ну, типа, бактерии, его не предупредили. И они поехали куда-то купаться. И, в общем, он, короче, как все нормальные русские, в речке поссал. Ебать, что за хуйня тут у тебя, блядь, за стаканы с мочой? Ну, короче, он в речке поссал, и, короче, бактерия, она, вот, когда писаешь, типа, ее струя вот эта, она по струе поднимается, короче, в хуй. И, типа, пиздец потом ему, вот он лечился месяц потом от этой хуйни. Пиздец. Лучше в Африке не ссать. Ну, история про язвы. Блять, у нас буква П отвалилась, а ты молчишь, блядь. У вас буква П отвалилась. Пизда, пизда. Она опять отвалится, я не знаю, сколько раз клеил, Серег. Пизда раз. Надо ее на монтажный клей, я ничего не сделаю. Блять, а сука, а? Чувак есть, короче, он... Да, ты сидит прям, ну, может, в транспорте ехать, наполнить там, ну, взять бак, ебать, шприц наполнить, суст или амнадрен, что он там ставит, я хуй знает. Сидит прям все, грудь колет, короче. А ему лет 16, ну вообще ебанут. Прям на YouTube можно вести малину, блядь. И там высадится. Он прям популярный, пиздец. Там, блядь, чувак, ну 16 лет, прикинь, сотку весит, там 110, это пиздец, блядь, вообще, нахуй. Причем мышечный. А по срокам? Вот. И, короче, он, по-моему, в больнице лежал, ему всю хуйню. Ну, абсцесс произошел. То, что он не обработал, все ебал, короче. И поставил себе то ли...
шприцом грязным, то ли еще нахуй, ему грудь разрезали, там вот эту всю хуйню выкачивали. Еще у меня знакомый есть, вот только-только прям захотел курсануть, взял акватест и поставил себе, короче, сам. И промахнулся, не в мышцу поставил, куда-то, блять, вообще пиздец, там чуть не в поясницу. И у него абсцесс ебанул, там, короче, ему вырезали вот настолько вот прям. До этого это просто не курсил, просто занимался прям натурашку. Говорит, ебать, я с курса возьму, взял все тесты, блять, вот это акватест. Первый укол и прям сразу абсцесс нахуй. Бля, сколько пацаны сидят, ничего нормального, и у него пиздец, я прям вообще высох. На остановке, короче, лучше этого не делалось, или в автобусе. Да, вообще на улице лучше не ставить, в помещении нахуй. А если мамка палит? Ну, если мамка палит, то надо плакать и все. Отвлекающий маневр, чтобы до конца вести масло, чтоб не проебать дозу. Ну, меня палили, мне стыдно даже было. Пиздец, было стыдно, на самом деле. Я, наверное, года два курсил. Вот уже третий год пошел, и мамка вот меня спалила, блядь, мне стыдно стало. Ну есть ебанутые, они там водят себе каждый день, нахуй, по дохуя масло, блядь, чтобы, ну, быстрее, кто быстрее хочет, там, пиздец, разрастись. У них там гормон падает вообще по нулям, короче, яйца, горошки такие вот становятся, и вообще пиздец. Потом там никого не будет, не то что детей, блядь, там даже таракан, нахуй, не заведется. Так что, ебать, чтобы не умереть. А, по-моему, кстати, умер Малин. Я слыхал такую информацию, то, что там вообще пиздец. Что-то, ну, перешло аж в рак, нахуй, там, груди, что ли. Вот, и, ну, в связи с дохуя, там у него дырки прям были в теле. Ну, блядь. Да. Вот. И, по-моему, подох, ебать. Так что, ну, обрабатывайте спиртом, все, и будет охуенно. Поскольку улетаю в Санкт-Петербург завтра, все-таки добрались до шоурума, привезли, короче, часть оставшихся футболок и свитшотов. Есть некоторые размеры, если что, уточняйте у нас, что здесь в наличии. Наш шоурум находится по соседству с тату-студией Бэтхэт. Бэтхэйт! Эй, блядь! Бэтхэйт! Вот. Находится она на улице... На улице Пушкина, дом Колотушкина, где Никита, у которого голова говном набита. Вот, короче, улица Куйбышева, дом 128А, второй этаж, офис 128. Приходите, забивайтесь татухами и покупайте футболки. Хотелось бы небольшое внимание уделить новым для нас технологиям, кто не смотрел там наши новинки, скажем так, ну как, пару недель назад мы выпустили новую коллекцию, это вот вещи, обработанные по... Эту технологию придумал отец-основатель таких брендов, как Stone Island TP Company, это Massimo Osti, технология Garmin Dyed. Ну, кто углублялся в эти все понятия, они знают. В общем, берется однотонная вещь, обрабатывается при определенных температурах, что впоследствии дает каждой вещи неповторимый свой рисунок. То есть второго такого нет. Вещи уже конкретно эти не сядут после стирки, потому что обрабатываются они в основном при температуре около 180 градусов. Все это довольно-таки кропотливая работа. Размеры немного могут разниться из-за того, что они садятся после всех этих обработок. Каждому клиенту мы, в принципе, кидаем свои замеры. Подбираем то, что подходит им. Для всех любителей найдется что-то по вкусу. Кто по минимализму, кто не любит там принты. Вот. Есть как модели с принтами, так и с нашивками. То же самое касается... футболок, трех футболок этих выбирайте, но вот в шоурум мы привезли только Эльку, и они идут по 3000 рублей в набор, когда по одному они стоят по 1200. Наш телохранитель вычислил то, что за нами хвост. Чтобы, блядь, они не подумали, что это хвост, они вперед ушли. Сука, вот те на кипарях, блядь, два на кипарях. А сейчас-то в стране вообще антитеррор. А он, блядь, с сумкой какой-то непонятной. Вот, они еще нас палят. Нет. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами. Пусть все знают, как мы отдыхаем. Спасибо Вулкану за это.
Ялта, где ночами гитары не спят. Мы, дорогие друзья, находимся на Самарской набережной. Первый раз я в этом году здесь. И, собственно говоря, хотим вам показать то, что Волга вскрылась. А это значит то, что скоро наш город заполнит графы Лудери из разных городов, которые пойдут направо в сторону Самарского пивзавода. Ебать! Он что мутит-то? Это что в беретке мутит? Кандибобер. А если у меня кандибобер на голове, это еще не значит, что я женщина или балерина. Говорят, сомов высматривают, которые людей едят, вот из этих окон. Ну, то есть, вот, оп, пошел. Блять, а ты в курсе, то, что есть такие сомы, которые засасывают людей, блять? И то, что они в Самаре есть. Ебать, а я не рассказывался? Я не помню, кстати, кто это мне рассказывал. Но смысл в том, что кто-то работал, блять, в МЧС. И они как раз-таки после вот паводков весенних, когда вода уходит, вот этот вот сейчас же весь скам по Волге плавает, ветки, блядь, трупы, всякая хуйня. Очищают дно от, ну то есть, чтобы на дне не было всяких вот этих коряк, всякую хуйню. Это все прочесывается перед купальным сезоном. Ты слушай, блядь, нормальная история. Это все прочесывается в купальной зоне, все. В общем, заныривают парни, там с аквалангами все дела. Холодно. Ёбаный в рот, блядь, там гидрокостюмы. Смотрит, короче, ебать, просто сидит кто-то, прикинь, на дне. То есть прям, вот, ебать, просто. Нихуя себе. Ну, а там, говорит, ну, как бы, чё только не находили. Ментовские удостоверения на дне, стволы, там, топоры, там, ебать, вот просто золото. Там, ну, просто дохуя всего. Смотрит, блядь, сидит нахуй кто-то. Ебать, там илом обросло все уже. Ну, то есть, трупняк, походу. Ебать, они там, ну, шухернулись все. Подплывают. Просто, прикинь, сидит обезьяна здоровенная, там, горилла или кто. Просто, прикинь, кто-то скинул гориллу нахуй с этим. Привязанной на цепи, прям к ноге с гири, блядь. Это вообще, вот, представляешь, блядь, какие варвары тут живут. А ты, говоришь, жить тут хочешь. Ебать, да тут просто... Я хоть, ладно, шлюху какую-нибудь скинут так, хуй с ней, ебать, гориллу кто-то. А другой случай. У меня знакомый работал в госнаркоконтроле. И было принималово. Какого-то барона брали в Зубчининовке. Заламываются домой, а там у него, ну там пиздец просто веса сколько должно быть. Там все. Короче, штурмуют, залазят в подвал. Прикинь, а там просто нахуй. Такая хуйня выкопана. Труба, типа, вниз, железная. В ней, блядь, наркота. А, сука, вокруг нее, ебать, просто лев ходит. Настоящий лев, ебать. Который слушает только этого барона. Ему эти орут. Ну, блядь, успокой тот. Нихуя. Ебать, стреляли там этим усыпляющей хуйней его. Вот так вот у нас, блядь, на Зубчининовке. Блядь, грамотно. Самое главное в этом деле — пыль в глаза грамотно пустить. Вот и все. Через неделю уже чемпионат России, а выступать я вообще не хочу. Вчера пытался помочь тренеру, что я решил слиться. А ножа нету? Я вот хуй его знает, оторвал нахуй, сломался. Выступать вообще не хочу. Но выставляют. Ебать, ты что делаешь-то? Ебать, твои ошибки, блядь, исправляю. Слушай, у меня их вообще много, может, займешься? О, ты нас войновый, что ли? Гранула шел. Будешь вафли? Вот такая сушка, блядь. Вафли, ебать, тебя тренер твой не научил, что так нельзя их называть? Печенье в клеточку, блядь. А еще я пузырь водки вхуярил, короче. Мне было вот как раз, наверное, в те времена. 13 лет. Хуярил, короче, ты блядь. Что, 15 лет раз засался? А чё, ну зато правда, ебать. Ну а чё? Ну ебать, зачем мне пиздить, а? Бля, меня в лагерь совратил. Такие нет, блядь. Вот сколько, Маша. 3 года, скажите. Такие, ебать, ловелас. Да мне похуй. 12, ебать, 13 лет. И чё?
Вот мне вообще похуй. А хоть там пути получится. Да потому что, ебать. Короче, я ебашил пузырь водки. На вписке как раз пью, блядь, водку, короче, и закусываю конфеткой, блядь. Просто так, у меня одна конфетка была. То есть, кусаю конфетку и пью, кусаю, пью. Пиздец, пузырь водки. Ебать, я так блевал просто, пиздец. Мне так хуёво было. Провинция моя! Ну хоть бы какой-нибудь ребенок. Мы к Анастасии заходили. Майл, какой ребенок? Да у нее нет детей! Какая бабайка? Какая? Ну-ка покажите. Вот она. Вон там где-то. Там нет никого. Вы врете. Вы зачем врете? Я не вру, я тебя пугаю, чтоб ты действительно. Я знаешь, несколько лет он это заброшен. С бабайкой? С бабайкой. Бабайка-то. Кто? А бабайка? Да никто. Выдумка. Я ж говорю, набрали вы. Набрали, а что ж вам? Читейте, пугаете. Смотри, какой контраст, мне всегда нравился. Вот она, Самара. Летаем в Питер. Сейчас на кратковременный отпуск. Встретили тут одного из ведущих игроков регбийного клуба нашего самарского. У них, по-моему, 1/32 финала грядет в это воскресенье. В Самаре будет игра против Тольяттинского снаряда. Так что приходите, поддержите, вход бесплатный. 9 числа на стадионе «Волга» состоится первая официальная игра по регби в этом году. Клуб у нас в этом году будет называться «Самара», то есть одноименный с городом. Мы будем принимать Тольяттинский снаряд, наших принципиальных соперников, в 1/32 Кубка России. За прошлый год мы готовы взять реванш. В этом году наш состав усилился, поэтому соперника ждет сюрприз.